И всем привет! Вы находитесь на канале Мистер и Зайка. И сегодня у меня видео топ-10 LPS, топ-10 любимых LPS моей мамы. И давайте начнем. Мама, иди сюда. А, я тебя хотела спросить. Всем привет, друзья! Привет, мы идем. Привет! Мы сегодня вместе с вами, со всеми, посмотрим на 10 моих любимых... Стоячек! Ура! Я уже сказала там. Ну ладно, давайте. Я-то не сказала. Ну да, ты не сказала, я сказала. Ну вот, и теперь я сказала. Да. А вы сказали? Ну-ка скажите. Ну что, давай начинать? Да, но перед началом видео, если вы хотите предложение, такой, можно сказать, уже рубрики, там, где мама моя будет снимать вместе со мной, то... Пожалуйста, давайте наберем 6 лайков. 6, да? Ну, как обычно, я говорю, давайте больше. Ну да, чем больше, тем лучше. Да-да-да. Да, ну давайте для начала 6, а там уже как вы наберете. Чем больше, тем лучше. Давайте больше, давайте. Тем больше лайков, тем быстрее выйдет новое больше, видео с моей мамой. Больше, да. Больше. Да-да-да. Вот. Да. И давайте уже начинать, но для начала еще раз. Я хочу, чтобы мы с мамой все равно что-нибудь придумаем для следующего видео, но вы можете написать в комментарии, что вы хотите, чтобы мы сняли вместе с моей мамой, что она будет вам показывать. Тогда напишите идейку в комментариях, ну а да. Мы начинаем. Да? Да, мы можем снять очень смешной фильм какой-нибудь, да? Да. Можно, мы этому умеем, у нас есть такой опыт уже. Угу, мы снимали. Угу, и ржали. Да, это всегда. Такое всегда у нас, не правда ли? Правда ли. Ну все, давай начинать. Да, все, давай начинать. Ура! И 10-е место занимает... Вот такая вот стоячка. Эта стоячка занимает 10-е место. Она очень красивая, я бы ее поставила на первое, но, к сожалению, Антон ограничил меня и сказал, нет, надо выбрать. Поэтому, ну, кого-то мне надо было поставить на 10-е место, ну, вот я и поставила, хотя она прекрасна. Та-дам! Она без магнита и 2006 года. Ну, она перевыпуск, это логично, у нее все стоячки перевыпуски. Печаль. Ну, ладно. И 9-е место занимает... Вот такая вот милашечка, с такими милыми глазками на 9-м месте. Я бы ей тоже дала 1-е, 2-е, 3-е. Но надо было кого-то поставить на 9-е, это оказалось на 9-м. Я это делала практически закрытыми глазами, потому что, ну, кого-то же надо было туда поставить, но она туда попала, хоть она очень милая. Без магнита 2006 года. Тоже перевыпуск, как и все остальные стоячки, которые у меня есть в коллекции. Логично. Ну, у меня вроде бы одна оригинальная есть, потому что она оригинальная. Да. 8-е место занимает вот эту стоячку. Тоже очень милая, красивая стоячка. Вы заметили, у меня все стоячки какие-то необычные. Вот Антон больше любит одинаковых стоячек. Нет, они все да, разные. Да, да, нет. Нет. Это ты говоришь, что они все разные. На самом деле, все стоячки, которые тебе нравятся, они все, мне кажется, одинаковые. А я люблю вот какие-то более экстравагантные. Вы потом увидите, кто у меня в тройке лидеров, и поймете, да. Наверное, просто потому, что мы разные. У нас разные характеры. Да. Киски тоже разные. У нас со вкусы с мамой все не совпадают. Да, с кисками у нас абсолютно разные вкусы. То, что мне не нравится, Антону очень нравится. И наоборот. Да, у мамы даже та стоячка, которая... Точнее, тот пэт, который мне нравится больше всех моих пэтов, у нее не вошел вообще ни в какой топ. Не в топ-10 любимых стоячек. Да, да, да. И именно так. Да. Поехали дальше. Да. Вот такая вот стоячка. Она 2006 года без магнита. 7-е место занимает. Да, это киска альбинос. Очень милая, необычная. Красивая, вот такая беленькая. Ну, своя прелесть у нее, да, в том, что она такая беленькая. Вот у нее бровки немножко розовенькие. Ну, она ушки на 7-е место. Мордочка, вот. У нее тоже розовенькая. Да, ну такая миленькая она, да.
Ну, по крайней мере, она отличается от других тем, что падает. Да. Она с сереньким или синим магнитиком. 2006 года. У меня все стоячки 2006 года, так что это я больше объявлять не буду. И шестое место занимает такая вот кошечка. Да, она чем-то похожа на предыдущую, но вот с сереньким носиком и серенькими ушками. В смысле сереньким носиком? Ну вот носик у нее такой серенький. Ну в смысле... Градиент? Кто? Градиент. Какой градиент? Это распыление. Это тоже. Это называется градиент? Да. Это градиент? Да. Боже мой, что за слова? Я сам не понял, какое ты слово сказала. Какой-то кошечка это... Вот такая вот кошечка занимает шестое место. Все. Пятерку лидеров открывает кошечка. Вот такая вот милашечка. То есть она уже такая необычная по сравнению с другими, я так считаю. Вот это сердечко у нее на мордочке придает ей милоту. У нас на Джессике на попе сердечко, а у этой на мордочке. Ну, вот такая вот она миленькая, такая прям симпатичная. Да, симпотненькая. Симпатичная. Ну, необычная уже, да? Мне кажется, предыдущие были немножечко простоваты. Ну, нет, она прекрасна. Давай. Да, она все равно прекрасная и прикольная. Это четвертое место... Совсем необычная кошечка. Вообще необычная. И вот теперь вы видите, да, вот я больше люблю вот таких вот прям необычных, чтобы они были яркие, какие-то выделялись из всех остальных. Вот такая вот она. Да. Это у нас кто? Бэтмен? Это суперкот. А, ну пусть будет суперкот. Окей. Это, в принципе, есть такой оригинал, он очень-очень-очень-очень-очень редкий. А у тебя не оригинал? Нет. У меня 3D. 3D. Ну ладно, 3D. 3D, 3D. Есть такие 3D-шки, которые очень сильно похожи на оригиналов, но у меня совсем не похож на оригинал. Давай продолжим. Давай. Давай, а то время идет. Да, давай, да. Вот такая кошечка занимает четвертое место. Еще самое интересное впереди. Третье место занимает вот эта кошечка, которая зовут Астра. Я не знаю, я сразу, когда я ее получила, я решила назвать ее Астра, потому что, ну, мне кажется, что она какая-то очень яркая. Она очень необычная, согласись. Такая. Да. Посмотри, вот у нее... Это все она виновата. Да. Ну, мы немножко навели порядок, и кошечка вернулась показаться вам. Она вот с таким вот, как Антон сказал... Градиентом? Ну, градиентами, да. Ми. Потому что их много. С распылениями, с такими необычными на голове, на хвосту, на теле. Очень необычно. Не просто пятна, а такие распыления очень аккуратные, которые переходят из цвета в цвет. Она прям вся играет. Этим она смотрится очень необычно. Да, это перевыпуск. Я думаю, сразу некоторые ее так увидели. Я специально ее заказывала перевыпуском. Хоть прям, в принципе, я всегда заказываю всех стоячек перевыпусками, потому что я знаю, что они никогда оригиналы никогда не придут. Ну, мне, конечно, может прийти стоячка оригинал, но я думаю, я не буду платить там 1000-2 за оригинальную одну стоячку. Раз я могу за эти 2000 там накупить себе других пэтов, как белки, ангорские кошки и так далее. И те же самые перевыпуски стоячки. И на самом деле против перевыпусков я ничего не имею, потому что перевыпуски, они тоже те же самые стоячие кошки, и даже некоторые пэты-перевыпуски намного лучше, чем оригиналы. Может, пора узнать, кто в лидерах? Да, ну, в принципе, тоже кошечка лидер. Там две осталось. О, меня уже все трясет. Второе место. Вот эта кошечка. Да, что многие, наверное, любят эту кошечку. У многих она есть, многие, может быть, ее хотят. Она очень необычная, вот таким глазиком. И очень нарядная этим. Очень красивая. Антон долго ее не заказывал, переживал, что блестки отвалятся. И он не увидит такую красоту. Но пришла вот такая красота к нам.
И мы очень были довольны. Ну, первый я хотела эту кошечку. Да, Том? Ну, да, я тоже ее хотела, но я волновалась, что она придет без вот этого блеска. Потому что очень часто бывает, что эта кошечка приходит без блеска, особенно на Алиэкспрессе. А я говорила, нет, закажи. Ну, я не заказывала. Ну, я не заказывала ее, потому что я боялся, а потом вот взял, нашел хорошего продавца, решил ее заказать. Вот да. Теперь она у меня есть в хорошем состоянии. И на втором месте. Да, а у меня она тоже, кстати, на втором месте. Да что ты, правда? Да, из-за всех моих пэтов стоячек. И вообще, из-за всех моих пэтов она тоже на втором месте. Очень красивая. Да, она вот такая вот классная. Ну, вообще, я хотела на первое место поставить, но тройка лидеров это было самое сложное, я не знала, кого выбрать. Они мне нравятся все одинаково, но поэтому я считаю, что тройка лидеров это у всех первое место. Потому что следующая кошечка будет ничем не лучше, а эта с блестящим глазиком ничем не хуже. Они все как будто бы на первом месте для меня. Да, и для меня вся моя десятка лидеров стоит на первом месте, потому что я их очень сильно люблю. У тебя сотня на первом месте, я тебе скажу. Ну, и сотня, и тысяча. Хотя у меня тысячи еще нету. Ну, 280 есть, так что 280. Продолжай, давай, а то у меня уже тут киска первая замучила, она хочет вырваться на сцену. Вырывайся, первое место, ой! И такая кошечка Та-дам! Занимает девятое... Ой. Десятое. Первое место. Девятое, десятое, первое. Первое место. Это лидер. Это лидер, кошечка-тигруля. Очень симпатичная. Особенно вот Антон ей подобрал прям под цвет ее полосочек сережки, она стала еще лучше. Она прям вся играет. И главное, она такая миленькая. Кажется, она такая дружелюбная. Такая вот ласковая. Из-за своих полосочек правильно расположенных. Мне показалось, что она достойна первого места. Да, и когда, кстати, я ее распаковал, она очень-очень сильно похожа на оригинал какой-то. Я не знаю. Может, это оригинал? Нет, 3D. Ну, потому ладно. Что у нее прозрачный шарнир. Ну, ой, белый. Вы можете заметить. Да, мне это печально. Я бы хотела бы хотя бы одну кошечку оригинальную. Ну ладно, может быть, когда-нибудь будет. Вот я. Да, вот такая вот тигровая стрячка. Хорошая. Она без магнитика. Джесси, успокойся! Джесси тоже хочет на первое место. Она хочет показать свое сердечко на спинке. Да, и на попе. На попе, да. Да, вот такая вот кошечка. Все. На этом все, да? Ну да. Ну как, понравилась вам наша десятка? Надеюсь, что вам понравилось. И надеюсь, что вы оцените это видео лайком. Можете написать комментарий. Напишите комментарий. Да. У кого самая любимая какая? Да. А мы в следующий раз можем расположить так, как вы нам напишите. Какие киски займут больше всего лайков? Может быть, комментариев, которые будут упоминаться в комментариях. Мы их расставим по такому же принципу, как вы будете о них говорить. Да, и пишите комментарии свои. Какую идею вы хотите, чтобы я сняла в следующий раз тоже с мамой? Да. Помните, мы снимаем ржачные фильмы. Да. Да? Да. Какой у нас был самый ржачный фильм с тобой, Антон? Не помню. У Лукоморья дуб зеленый. Да, о, да, да. Кто да, не да. смотрел, посмотрите. Они у нас, это видео у нас есть. Оно, ну, где-то одно из самых первых, наверное, да? Ну, да. И, кстати, у меня первые видео стали удаляться почему-то. Да? Да. Мне кажется, мой тупой старый телефон мешает. Ну не надо, у тебя прекрасный телефон. Ладно, ребятки, я надеюсь, что там это видео есть. Посмотрите, посмейтесь вместе с нами. Мы каждый раз, когда с Антоном его смотрим, каждый раз смеемся. Итак, да. Как называется еще раз, давай повторим. Лукоморье дуб зеленый, там где рассказывает этот стих. Как только я его выучил, я решил сразу снять это видео. Оно очень прикольное. И мама тоже там участвовала. Хоть да. говорил там и я. Мы там так хохотали. Так хохотали, когда снимали, что... Ну, если хотите поднять себе настроение, посмотрите тоже это видео. Да. И спасибо вам всем за зайчатки. До новых встреч, мои зайчатки. Пока-пока! Пока-пока, друзья! Да, пока. Желаем вам удачного дня! Да, прекрасного вечера! Ночи! Прекрасной утро. Недели, которая наступит! Месяца! Да! Года! И не болейте, крошки! Пока-пока! 17 лет! Так! Пока-пока. 18, 100! Всю жизнь вам хорошей! Хорошей вам жизни! Не болейте, крохотулечки! Да, все. Всем пока-пока! Пока-пока! Пока!